Итак, всем привет, с вами мы продолжаем играть в нашу игру по названию. И сегодня я хочу показать стайги, но крутой аддона Дэнни Фокса на FNAF. Только не новый, там FNAF 9, FNAF 6, FNAF 5, там 4, да. А пиццерия Spring Animatronic. Ну, давайте сначала заценим стиль. Сразу же вижу Фреддера. Заходим, закрываем дверь. Еще один Фредди. Дэнни Фокс и Микл. И Спринг Бонни, а это Марионетка. Заходим, и сразу нас здесь встречает плакат Фреддера, Спринг Бонни, вы поняли. И наши суперзвезды. Та-та-та-та-та-та-та. Пять ночей у Фредди. Это там, где ты хочешь быть. Я даже специально для этого случая хочу сделать вот так. А, они уже приручены. Жаль. Ну ладно. Ладно, пойдем теперь сюда. Здесь нас встречают первые самые крутые аниматроники, похожие на новеньких. А именно, это у нас Фредди, Чика, Бонни. А вы спросите, а где Фокси, где его пиратская бухта? А я вам скажу, она находится вот здесь. Пиратская бухта Фокси, а она с кого? Фокси. Также здесь стоит плакат Спринг Бонни. Ну, короче, понятно, всякая пицца, 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 еще раз пицца. Вот здесь у нас кухня. Но мало кто знает, что здесь есть... Ой, какая страшная комната. Ой, лучше бы я вам ее не показывала. Бам-бам-бам! Твою ж мать, как это страшно. Не, ну, конечно, не страшно, но вот это... Однозначно страшно. Это тоже очень страшно. Твою мать. Лежит Фредбер без головы. Да. Стоп, а если я изменю чуть-чуть? Рука. Ну ладно, и есть костюмы. К костюмам мы перейдем чуть попозже, но взять вот эту фигню нужно, пожалуй. Ну вот, в принципе, вся пиццерия классического, ну, не игрового FNAF, но, по крайней мере, он самый первый. Итак, что делается с вот эти вот две функции? Давайте сначала мы залезаем в костюм Фредди. То есть, смотрите. Я сейчас кое-что сделаю, хорошо? Еще раз, теперь ждем уже. Смотрите, у нас здесь есть два костюма. Это Фредбер и Спринг Бонни. Спринг Лук и Спринг Лук. Они так называются. Ну, давай уже. В кого бы мне залезть? Ну, больше я люблю Фредди. Так что... Залезю во Фредди. Да шучу, конечно, я верю автор. Всех убью, и поэтому залезаем в Спринг Бонни. Ну? Ню? Вы посмотрите только на это, ну... Конфетти хотя какая. Видите там кое-чью голову? Видите там, да? Видите? Это моя голова. А вот и наш ножичек. Потом покажу, что случится, если закончится этот таймер. Как раз таки на вот этом вот
костюме этого Спринг Бонни. Спойлер скажу. Мы станем Спрингтрапом. Нет, эта функция не добавлена, что мы становимся Спрингтрапом. Но типа того будет. Сейчас перезарядится. Итак. Мы одеваемся вот в такого Фредди. Видите мою там пасть? То есть, если он еще такой приличный, хорошо. Ножика нет. Дух. Если реально сейчас мне это не... Я не собираюсь становиться Фреддиком. Уйди. Уйди! Нет! Пожалуйста. Слава яйцам. Я уж думал, сейчас обосрусь. Ладно, ждем. Ну вот, мы и стали Спринг Бонни. Теперь ждем таймера. Твою ж мать, сколько здесь этих. А где крипер, который за мной гнался? Ладно, не важно. Пойдем в пиццерию. Предупреждение, то, что это опасно делать. Мне бы успеть бы добежать бы до этого места. Ха-ха-ха! Вы сдохнете все. А. Нет. Вот и все прояснил. Да, мы сдохнем. Как Спрингтрап. Это было очень круто, но это не все функции этого модика. Я хочу показать еще одну функцию, она такая простая, но интересная. Итак, смотрите, давайте, допустим, возьмем Фокси, да. Берем пыль красную, ну или редстоун, и вот этот пульт. Видите, он обычный, но мы его можем... Приручите, смотрите, глаза сиял зеленым. И нажимаем вот так. И теперь он идет. Поворот направо. Налево, вы поняли. Скример. Мы видим то, что он сейчас делает. И не обошлось без шоу-тайма. Только я не эту просил шоу-тайм. Ну, перезаряжайся, мне скоро надо кое-что делать. Да я тебя не эту песню прошу спеть. Ты знаешь, какую тебе песню надо петь. Ты петь будешь, не? Вот почему, когда я не снимаю видео, он всегда поет эту песню, а когда я снимаю видео, он, ты не понимаешь. Ту-ту-тун-тун-тун-тун-тун. Дун-д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 ун
согласитесь, это было прикольно, и вы тоже самое сможете сделать абсолютно. И еще раз давай что-нибудь спой. Чисто ради интереса. Умоляю, для видео. Вот смотрите, если он сейчас не будет петь, значит вы не поставили много лайков. Я вас попросил же. Вот пока он не, пока вы не заведете лайков так 30, он не начнет петь. Ну, 12, шучу. А я вам что говорил? Вот вы сейчас завезли по-любому лайков так 10. И вот он начал. Извини, но петь будешь дальше, потом. Ну, а если мы хотим его выключить, просто берем и делаем вот так. Все. Он теперь обычный. И теперь самый главный вопрос, а как же нам сделать пиццерию? Берем вот это small пиццерию, чертеж, и берем вот эту вот, фигнюшку, ставим ее и вот так делим. И пиццерия у нас легко строится. Вот, как видите, все точно так же. Ничего абсолютно не открыто. Вон все здесь стоит, вон они. Да, я чуть-чуть здесь поломал, конечно. Но это реально кайпово. Ну, а в принципе, всем желаю я добра. С вами был я, Спринг. Спринг Дима, всем спринговского пока.